Доброе утро, будильники на русском, как всегда, три шуточки. А, девушкам, специально девушкам, значит, крещатик, люди ходят, празднично все знакомятся, молодой человек подходит к девушке, так интересуется, вот так вот как-то, девушка, а сколько будет стоить с вами провести ночь? Она отвечает, $2, а что так дешево? Храплю. Так, в общем, я более семейный анекдот. Мужик приехал раньше с работы, отпросился, решил жене сделать сюрприз кулинарный. Ну, типа, постоянно она готовит, дай, думаю, как-то покажу ей, что я умею. Значит, скачал какую-то кулинарную программу на ноутбуке, поставил это все, значит, на кухне, приготовился, включил, а там ведущий этой кулинарной программы. Здравствуйте! Сперва для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, поставьте микроволновку на 180 градусов. Мужик такой, так это дверцей к стене! Опять, ну, праздники скоро, да, будем употреблять. Опять такое, бодунический анекдот. Значит, это из цикла бодунический. Бодунические анекдоты, да. Значит, мужичок просыпается, подходит к зеркалу, вот это вот делает все. Вот это вот все делает. Что-то такое, потом руками. Все, капец-то, работаете некому. Ладно, давайте, собирайтесь с хорошими тремя шутками от будильников на русском на работу. Здрасте. Доброе утро.